До этого я жил в этой же деревне. Много лет, я уже сказал, с 89 года. Леонид Ермольник принял участие во всероссийской переписи населения. Актер ответил на все вопросы переписчика у себя дома, в Подушкино. Все это делается достаточно комфортно, организованно, что мне очень нравится. Вопросы разные. Вопросы, которые мне задавали, я иногда был рад вопросам, потому что я сам что-то вспомнил про себя и про свою жизнь. Вот. Я надеюсь, что эта перепись пройдет на нормально, и мы будем с вами знать, сколько нас. Паспорт, удостоверение, планшет и 20 минут. Процедура простая, доступная и безопасная, делится Леонид Исакович. Переписчик находился в маске и соблюдал дистанцию. Я переписчик всероссийской переписи населения. Вот мои данные. Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Каждый может принять участие наиболее удобным для себя способом. Лично пообщаться с переписчиком, посетить переписной пункт или пройти опрос с помощью портала госуслуг. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».